Новая конституция даст нашей стране импульс для стабильного экономического развития, для повышения уровня и качества жизни, благосостояния каждого жителя и для нормальной, счастливой жизни каждого россиянина. Поправки в Конституцию Российской Федерации актуальны, поскольку действующая Конституция была принята 27 лет назад, и они назрели. Ну, так скажем, над поправками в Конституцию работали и общественные организации, и депутаты Государственной Думы, юристы, которые разбираются в конституционном праве. Поэтому собрали вот именно все те принципиально важные поправки, которые сейчас предусмотрены. Среди всего пакета поправок хочу отметить самые основные – это социальные поправки. Главное – это что нашим пенсионерам не реже одного раза в год будет индексироваться пенсия. Поддержка социальная и защита будет для детей, инвалидов и пенсионеров. Это очень важные поправки.